Ага, продают грибы. Очень много грибов продается. Полные ведра стоят. Друзья, приветствую всех на своем канале. Сегодня мы вновь едем. Сегодня у нас маршрут Белоусовка. Проедем через всю Белоусовку. Ну, не через всю, конечно, Белоусовка довольно-таки большая. Ну, так, поедем насквозь ее проедем. Заехали мы со стороны трассы, как ехать на Ридер. А выйдем мы в Белоусовке в сторону Глубокого. По дороге на Глубокое. Проедем, посмотрим, поснимаем, комментируем. Напоминаю всем, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, что бы вы хотели посмотреть. Ну и поехали. Годом основания поселка Белоусовка считается 1797 год. Он начал свое существование с рудника. Белоусовский рудник появился и стало поселение вокруг него. Ну, по крайней мере, так пишет Википедия. По слухам, за эти 200 лет под всем поселком проходят шахты, которые выгребли оттуда кучу земли, уже миллионы тонн, вот, и поэтому там пустоты, вроде бы как говорят. Ну, никто этого не знает, но я думаю, что-то и знает. И поэтому проседают дома, говорят, тут трещины в домах появляются и так далее. Ну вот, за 200 лет этот горняцкий поселок весь перекопали. Говоря, с Белоусовкой я мало знаком, поэтому если будут смотреть коренные жители Белоусовки, то сильно не ругайтесь. Я не знаю даже название улиц, по которым мы проезжали, не знаю там дома какие, магазины. Просто интересно, вот поехали, сейчас вот мы едем, видите, тут большие дома стоят, не только частный сектор, а вот пятиэтажки, организации какие-то. Интересно, едем дальше, смотрим.
дальше мы здесь не поедем по этой дороге. Там вроде как дальше идет дорога на фабрику. Мы так поняли, потому что что-то пыль начинается, и как-то здание уже не видно. Развернемся, поедем обратно.
справа парк, ну, заброшенный такой, конечно, парк. Слева стоит у нас памятник Великой Отечественной войны тоже. Дорога вся, конечно, такая уставшая, нельзя. Едем дальше. И, по-моему, школа должна быть, если я не ошибаюсь. Сейчас на повороте. Школу приезжаем, поворачиваем на улицу. Кстати, с неплохой дорогой. На этой улице после поворота будет неплохая дорога такая. Странно. Наверное, она какая-то центральная, считается, что...
Ну и вот мы с вами проехали через всю Белоусовку. Подъезжаем уже к конечной нашей точке маршрута. Выезд из Белоусовки по дороге на Глубокое. Спасибо всем за внимание. Подписывайтесь, ставьте лайки. Впереди будут новые видео, новые дороги. Всем удачи, пока!